Ребят, всем привет! Опять очередное мероприятие начинается. Встречаюсь с друзьями, едем смотреть бокс. Может, что-нибудь веселенькое снимем. Так что давайте в начале видео сразу лайки, палец вверх ставьте. И все. Так что вот такие вот дела. А я бегу на трамвай, а то сейчас опоздаю. Давайте. Васька, поздоровайся. А что вы? Андрюха, здорово. Ребят, короче, зашли на мероприятие, купили себе пару пив. Будем ждать, пока начнется. Вон там ринг. Видим. Че бухало, собрались сюда? Бухайте. Вопросы будешь? Security. Я ни погонов, ничего не вижу. Сейчас вызовем погонов. Вызывайте. Своих не сдаем. Сейчас, ребят, все расслабятся, чё. Ребят, не знаю, как мне видно, пришлось выйти мне опять оттуда, потому что я, дебил, взял ключ от машины, и Настя теперь не может уехать. Теперь я вышел, и мне приходится опять ехать домой. Так что вот так вот получается иногда. Но я постараюсь сейчас успеть хотя бы через час опять появиться, чтобы посмотреть пару боев еще. Ребят, все-таки я вернулся назад. Еще ничего не началось. Сейчас заходим. Вон на первый выходит, по-моему. Видите? Ну, и я сейчас еще успею посмотреть на них. Так что не переключаться. Вон девки сейчас будут драться, ребят. Hast du keine bekommen? Ringfrage, Runde 1. Wann ist Anne wieder zu Hause? Muss gleich ankommen. Ну чё, как думаешь, кто выиграет? Кто сильнее, блин? Машка, кто выиграет? Ваня. Рома, ты где? Рома, Рома, ты где? Спасибо! Ну чё, Роман? Роман, чё с тобой случилось? Загорел, загорел! Давайте! С всеми попрощайся. Скажи до свидания, Васька, пока. У него просто прыщик лопнул. Андрей, как тебе соревнование это? Слабаки, блядь. Почему? Я их уже видел по-другому. Где ты их видел? Где ты их видел? Здесь. А что они делали-то? Да никто а так сегодня, больше... а сегодня не так. Дрынь, никто так больше не боксирует. Конечно, боксируют, блядь, те, которые в профессионалы выходят. Потому что они по морде получают. Профессионалы так не боксируют. Да? Посмотри тебе. Майк Тайсон. А посмотри, Али. Али был самый быстрый человек в мире, блядь, который на ногах мог бегать. Не-не, самый быстрый человек, это вот эти... Четыре, знаешь, как их зовут в этих фильмах? Ну, фильм этот, один длиннорукий, другой такой, это, а другой был огонь такой, человек-огонь, он летал. А, фантастик, фантастик. Да. Johnny. This is Dolce. Вот там был быстрый человек, а Али так себе. Ты можешь анекдот рассказать? Не смешной. Ёжик в каске не смешно, зато про войну. Чего там? Привет близким передаю, как всегда. Да, можешь всем передавать. Все, как полагается, да. Сколько вес в тебе? Это килограмм. Нормальный, боевой.
Ну сколько? 105. 105 килограмм. Это все вот это кольцо, оно знаешь, пипец сколько весит. А ты что, а с УГР? Ну, поженился и сразу 15 килограммов как. Бля, Вова, сколько тебе лет? 23. Ты что, в натуре от СКР? Говорят, тут два так вот налезть. Мы давно не виделись, пипец. Когда это, я мимо тебя проезжал тогда в тот день. Да. Ты нахуй. Ты все пропип. Нет, он все нормально. Прозевал в 23 года. Я опять здесь. Вован все правильно сделал. Как ты, чемпион Германии? Нидерзакса, на Германии третий. На Германии третий. Что ты сова? Я же говорю, газету не читай, там же все написано тут. Газету что не читай, никто читать не умеет. Я смогу вам рассказать, да? Я так спадал. The tides of ocean, all your eyes betray what you're a feel for you. You don't seem to care about you. Cause I need change to see. Nein, dreimal. Achso, du willst ja Wein. Und ich hätte gerne Weißwein. Habt ihr wahrscheinlich noch. Das ist eine Kamera, wollt ihr was sagen? Ja. Wirklich? Aber es ist ein russischer Kanal, deswegen. Könnt ihr russisch? Меня зовут Чия. Как тебя зовут? Меня зовут Чия. Чия? Лия. Лия? Лия? А, Лия. Меня зовут Лия, ты сказала. Вот, ребята, зовут Лия. Продают нам, видите, вот, винца, певца. Вот такие вот дела. Kannst dich mal grüßen, winken. Vielleicht siehst du dich mal irgendwann, Mann. Ist egal, das findest du nicht. Irgendwann bestimmt, aber. Macht's gut. Телевизор жидкокристаллический, модернизацию придумал, благодать вычислил. Учисти почистить кабинеты нечисти, вечности. Он меня обнимет и за все простит. Пацаны срывали ордена, кидали на пол. Когда врагу вчерашнему вручали перед Крамповой, надо ли говорить о том, что было ранее. Страна изранена, конец, сука, до свидания. Я не знаю, что мне делать, как еще помочь. Тебя засунули в посуду, друг, и продолжают толочь. Синева плескается, губила столько душ. Русский муж заливает горе, кот который уж. А мы ведь вам нужны с котами конченными. Торчим, парю в чердаке, укол заклеим скотчем. Им так-то нужен мудак и крайне озабочен. Менталитет отточен, снимаю, точка порчи. Существует стадо, существует стая. И ножом по сердцу, когда брат своих кидает. Знает, что в угоду трусости из стаи сделал шайку пьяных патриотов с медведем, с балалайкой. Я не уйду никуда, я не сдам позицию. За большие города и за провинцию. Mittelgewicht endete unentschieden. Was willst du denn? Hm? Was ist dein Instagram irgendwie? Hast du Instagram? Ja, Lia vom FCR. Ja, muss ich hier. Lia vom FCR. Okay. Okay, короче, ребят, спасибо. Девки нас угостили лицом. Дрынь, ты готов там? Вон. Aber da fehlt noch eins. Сейчас еще одно пиво нам дадут. Ну и девка хотела просто Инстаграм свой пропиарить. Они думают, что я охуенный блогер, но это же не так. Еще одно пиво не хватает. Eins. Одно не хватает. Да. Пойдем туда. Куда? За угол? Да, за угол. Там, где пиво. Сейчас еще принесу. Давай. Говорит, за угол пойдем, я тебе сейчас пиво дам. Короче, мероприятие почти что закончилось. Сейчас ждем еще одного бойца. О, спасибо тебе большое.
Вот человек. Чего он насыпал? Нормальный. Вон три пива. Ты что там подсыпал? Подсыпал что-то, наверное. Пиво налил. Ну что, Вову ждем, ждем. О, красава, музыку хорошую выбрал. Давай, братан, поехали. Финальный бой, ребята, на сегодня. Песню выбрал, Вова, это за тебя. Короче, ребят, вот Вован, он все дал, 100% давал. Нас все не дали дать, раньше времени кинули, получается. Это, Вова, это раньше времени если тренер кинул, ну он... Да. Он подумал знает, уже, хрен уже ловить нечего. Ладно, Вован, будем тебя в следующий раз ждать. В следующий раз уже, я отвечаю. В следующий раз будешь бомбить, да, да. Все, давайте, прощайся. Приятно было. Не за что. Мне тоже было приятно. Все, давай. Вон камера, иди снимись там. Куда еще? Ребят, тогда так. Вот, наш боец, к сожалению, проиграл, но ничего страшного, в следующий раз будет выигрывать. Все. Смотрите, банку прессен. Давай, братан, счастливо. В следующий раз увидимся. Давай, пока. Мы... Мы пасать. Мы пасать. Мы пасать. Я тебе с вещи лезешь. Мы пасать. Мы пасать. Ты бы сон ютуба, да? Да. Ты ютуба. А это как его? Я потом скажу. Айки челли. Айки, да, да, да. Не, ну просто, не, вы просто говорите такие, типа, давайте в Брауншвайг там поедем. Я говорю, давайте лучше в Ханновер поедем. Смотри, вот так. На меня просто, смотри. Короче, 15 минут, 15 минут. Давай идти фильм, давай. Да, давай. Короче, 15 минут едем. 15 минут едем. Вот тут трамвай. 15 минут едем, и мы находимся в городе. Мы находимся в городе. У нас только 15 минут. Ни хрена себе, у нас полмиллионник. Я в шейхе. Как нет? Полмиллиона языков или что?
Смотри, как вы одеты, я вам скажу. Я вам Infinity. Смотри, смотри, как вы одеты, я тебе скажу. Вы идете в Infinity, я вас привожу. Я там уже был. Infinity. А она такая дискотека, где надо фью гедахт. Зо, хепитетити, да? Хепитетити. А как это назвать? Хепитетити. Не, ну так, не, ну, блин, ну, туфли вот это все. Нас сюда так не запустят, мы так это... Они в Белесе предлагают. Комс, там это рай, рай, не, я меня не запустят. А может и запустят. А может и нет. Маша? Феминизуна. Also ich mach so scharf, ich schlafe. Wo weißt du, dass die so nah filmen? Das ist viel zu nah, mach das weg. Achso, deswegen. Das ist überhaupt nicht so. Viel zu nah. Nein. Was da drin ist? Ребят, пишите Машке. Маши нет до сих пор друга. Она ждет. Mach das weg! Нет, ты же говорил, что нет друга или нет? Я und? Will ich so eine Video-Chat singen anzeigen, oder was? Ребята! Немецкая музыка, немецкий алкоголь, я пью воду. Это наши немецкие знакомые. Алекс, там, hallo, zuschauer. Ich bin Alex, ich komme